36 лет. У вас есть анализы, да, вы сказали? А перед собой. Перед да. собой. Расскажите свои проблемы. Давайте от печки пойдем. Ну, дело в том, что я, как сказать, 3 года назад стала мамой, а буквально месяц так. назад грудное вскармливание. То есть сыну почти... То есть 2,5 года кормила, да? А, да, 2,5 года. Вот, и вот на протяжении, как родила ребенка, и вот практически все это время у меня такой упадок сил практически постоянный. А вы ночью спите? А, ну, сейчас да, сейчас сплю. То есть, когда mm-hmm. сын был совсем маленький, конечно, там такой график не очень, то есть, mm-hmm. ну, естественно, с просыпанием. А сейчас mm-hmm. такой уже, как сказать, опс. Угу. Хорошо, кроме нехватки сил, чувства усталости, слабости, что еще волнует? А, ну, я с, как бы вот анализы, которые у меня есть, я как бы вижу по ним сама дефициты. Вот. Дефициты. Да, дефициты есть. Нет, то, что вы видите, это прекрасно. А я спрашиваю чисто объективно, что вас беспокоит по состоянию здоровья? Наверное, тоже лишний вес. То есть сейчас так. у меня где-то порядка. Сейчас я вешу 60, примерно 3 килограмма. Рост у меня 1,64 м. А вообще мой такой, ну, наверное, идеальный вес – это 55 килограмм. Ну, я согласна. Для вашего возраста, для вашего роста 55 – это норма. Ну, как бы норма, да. Так, хорошо. Это такой мой комфорт. Угу. Мой хороший. Вот высыпание давайте... на кухне. Давайте еще объективно. Смотрите, лишний вес, окей. Нехватка сил. Высыпание на коже какого характера? Как акне или пятна? Как акне. Такое мелкое сыпь. Как акне. Мелкая да. сыпь. Только на коже лица или еще на спине, на груди, на руках? На спине тоже, да, на спине. На верхней части спины. Так, не волнуйтесь, что вы разволновались? Я прям вижу через экран, что вы прям вся разволновались. Еще и связь очень плохая почему-то. Сейчас я попробую как-нибудь. Не волнуйтесь, вы же не на приеме у доктора. Вы всего лишь... У вас всего лишь 4000 человек смотрит. Так, хорошо. Давайте, что еще? Цикл вернулся после ГВ? Да. Сразу? Примерно через 1,5 года. Через 1,5 года. Mm-hmm. Хорошо. Кожа, помимо того, что вот акне, отеки, синяки под глазами, мешки под глазами, может быть, цвет такой тусклый, сухая или, наоборот, жирная? Пигментация на лице. Появляется пигментация. Пигментация, так. Что еще? Ну, сухость такая, стянутость кожи. Уход периодически. Угу. Какая-то такая сухость. За 2,5 года волосы не выпали? А, ну, они у меня начали выпадать резко после родов. Сейчас как-то угу. так становилось все в порядке. Угу. Ну, то есть хорошо. Хорошо. Давайте по анализам. Что вас не устраивает? Меня не устраивает мой ферритин, потому что он не... Сколько ферритин? 14. Сколько ферритин? 14. 14. 14. А железо? Mm-hmm. Железо сколько? Так, смотрю, ферритин. Железо 17. 17. Гемоглобин? А гемоглобин 136. 136. Витамин D? Витамин D 28. 28. А B9, B12 есть? А, B9, B12, 199. Угу. B9 нету фолиевой? А, фолиевая кислота есть 24. Угу. 24. Так, а скажите, пожалуйста, гормоны щитовидной железы? А, да, есть ТТГ 355. Т4. Угу. Угу. Здесь еще есть антитела к ТПО. 0. Антитела сколько? Ноль?
Угу. Так. Что-что? Антитела к ТПО и к ТГ. ТГ. Да, сколько ты к ТГ? Тоже ноль. Хорошо. Хорошо. А холестерин? Холестерин 4,27. Инсулин, глюкоза? Так.